Добрый день, меня зовут Мария, и я буду вести занятия по робототехнике в Звездном. Многие считают, что робототехника – это несерьезно, и мы собираем модели по готовым схемам. Но это не так. Робототехника открывает для вас новые возможности. Она поможет развить творческий потенциал ребенка, научит работать его в команде и быть более усидчивым. Но самое главное, что полученные знания помогут в дальнейшем в изучении физики, математики и информатики. На наших занятиях не будет сложных формул и теорий, но ребята получат знания на практике. Занятие робототехникой сейчас поможет ребятам в выборе их будущей профессии. Поэтому приезжайте к нам в Звездный, отдыхайте, веселитесь и с пользой проводите время.